Побег длиною в жизнь. Спустя 22 года полицейским удалось задержать 60-летнего мужчину, которого разыскивали за убийство в Атырау. Все это время он жил и работал в Шымкенте автомехаником. После совершения убийства гражданин Орынгалиев в 92-м году бежал в Душанбе. Затем через Ташкент прибыл в Шымкент, где занимался ремонтом авто. Сейчас Орынгалиев помещен в ВВС. Ведутся следственные действия. В 92-м году Амангельды Орынгалиев также работал на станции техобслуживания только в Атырау. В тот день он выпивал с одним из своих клиентов. Разразилась ссора, которая перешла в поножовщину. Совершив убийство, отец четверых детей подался в бега. Так и попал в Шымкент, где вновь занялся авторемонтом. Там же познакомился с женщиной, с двумя детьми. Ее дочек он воспитал и даже выдал замуж. При этом все эти годы мужчина жил без документов.